Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Об этом президент США сообщил после переговоров с северокорейскими чиновниками в Белом доме. Кроме того, представитель КНДР вручил американскому президенту письмо, написанное лично Ким Чен Ином. Дональд Трамп назвал послание очень интересным, но не стал раскрывать подробности этого документа. Встреча двух лидеров запланирована на 12 июня.